Господа, сегодня мы узнаем, как прокачать свой стиль, не покупая ни одной новой вещи. Начнем. Совет номер один. Открой свой гардероб и начинай экспериментировать с тем, что у тебя уже есть. У тебя есть розовая рубашка. Ты ее редко надеваешь, потому что не уверен на ее счет. Не бойся, попробуй, поэкспериментируй с цветами, с паттернами. Вы, наверное, знаете, что я не часто надеваю серые пиджаки, но я знаю, что серый хорошо смотрится с розовым. Я не был до конца уверен насчет этого платка. Пожалуй, заменю его на розовый. Ну, что думаете? Это было просто. У меня розовая рубашка, и тут есть розовое. Довольно легко подобрать. Так что, ребята, не бойтесь и начинайте экспериментировать с цветом и различными комбинациями в одежде. Второй совет – подберите себе духи. Подберите себе духи, аромат которых вы безумно любите. Как это сделать? Каждый раз, когда вы проходите мимо магазина с духами, пробуйте разные ароматы. То, что вы ищете – это нечто особенное. Что-то, что вам безумно понравится. Когда вы найдете ваши духи, я не говорю о просто хорошем запахе, я говорю об аромате, без которого вы не сможете жить, то в такой момент ваш уровень уверенности начнет повышаться, а вместе с ним и весь ваш образ стиля тоже повысится. Следующий совет. Держать одежду в опрятном состоянии. Вот как это работает. Вы просыпаетесь, одеваетесь, смотрите в зеркало и выглядите отлично. Идете на работу, и к середине дня ваша рубашка уже вылазит из штанов. И вы похожи на маффин. В общем, опрятность утеряна. С этим вам помогут подтяжки для рубашки. Это удерживает рубашку в штанах в течение всего дня. Следующий совет. Игнорируйте правила стиля. Нарушайте правила. У меня маленькая кисть. Это означает, что мне лучше подбирать небольшие часы. 39-42 мм максимум. Эти часы на мне 52 мм, и я тащусь от них. Я никогда бы не подумал, что они будут так круто выглядеть на моей руке, если бы не попробовал. Так что, друзья, вперед! Нарушайте правила и пробуйте новые вещи. Некоторые вам не подойдут, но некоторые вам безумно понравятся. Следующий совет, друзья, держите осанку. Отведите плечи назад и выпрямите спину. Так много парней сутулятся и пялятся в телефон. Знаете, что происходит? Вы сутулитесь, ваши мышцы тянутся вниз. Этого стоит избегать. Пойдите на тренировки, начните тренироваться. Проконсультируйтесь с тренером, чтобы подкачать мышцы спины, чтобы плечи естественно тянулись назад. Я лично купил себе кресло, которое позволяет мне сидеть с правильной осанкой в течение дня. Я стараюсь чаще вставать и прогуливаться. Это может быть достаточно для кого-то из вас. Главное, найдите то, что поможет вам держать осанку и расправлять ваши плечи. Следующий шаг, господа, это знания. Да, вам необходимо инвестировать в ваше образование. Сотни возможностей на YouTube. Рафаэль из джентльменской газеты, Аарон из Альфа-М, Хосе из мужского образования. Не останавливайтесь на этом, друзья. Есть много веб-сайтов с более детальной информацией. Брэд из Out of Manliness, Энди из Primer Magazine, а также мой сайт RMRS. У нас более 2000 статей и 20 электронных книг, а также приложение с полезной информацией. Если вы пересмотрели все видео и прочли все статьи, тогда возьмите книгу. Алан Флассер или Бернхард Рёцель – это достойные издания. Следующий совет. Найдите кумира, которому хотели бы подражать. Мне нравится делать небольшое исследование и копаться в истории. Майкл Джексон или Кэрри Грант. Может, вам нравится Скотт Фицджеральд или Элвис Пресли. Посмотрите на них. И если вам нравится, что носили эти ребята в 80-х, 72-х, 50-х, значит, вы можете подобрать такой же стиль сейчас и выглядеть хорошо в наше время. Так что посмотрите назад в прошлое и найдите кумира, которому могли бы подражать. Следующий совет. Найдите старую пару обуви и отнесите ее в ремонт. Придайте ей новый вид. Вот эти ботинки, им бы заменить шнурки, это проще простого. Да, они выглядят немного потасканными, но что же делать? Можно попробовать их отполировать. Я знаю, что многие из вас не полируют обувь. Но это стоит делать, это защищает вашу обувь. Можно нанести специальное масло, это добавит слой защиты.
Аккуратнее, конечно, так как это может изменить цвет кожи, сделать ее немного темнее. Так что протестируйте сперва ее на язычке. Что ж, если все совсем плохо и поверхность обуви уже повреждена, где-то появились трещины, тогда стоит воспользоваться восстанавливающим кремом. Это такой специальный крем, который проникает вглубь кожи. Он не убирает трещины, но может предотвратить их рост. Следующий совет – размер. Я вам об этом рассказывал раньше. Это первая часть в моей пирамиде стиля. Если одежда вам не по размеру и ее невозможно подогнать у портного, не покупайте ее. Так что подгоняйте одежду под себя. Все самые важные предметы гардероба – то, что вы надеваете сверху. Это пальто, куртки, пиджаки, ваши брюки и джинсы. Эти вещи надо относить к портному и подгонять по размеру. Следующий совет повышения стиля без новых вещей – поменяйте вашу прическу. Обычно я пользуюсь этой расческой и причесываю волосы на сторону. Сегодня я причесался по-другому. Но я мог бы придать более мягкий вид своим волосам, если бы воспользовался другой щеткой. Заметьте, сколько у нее зубчиков. Их гораздо больше, и они ближе друг к другу. Разные щетки влияют на то, как ваши волосы будут выглядеть, когда вы их причесываете. Также можно использовать разные фиксаторы. Она более жестко фиксирует и дает больше блеска. Фиксатор на моей голове сейчас делает сильную фиксацию без блеска. Можно также воспользоваться воском. Он отлично держит прическу, но немного портит волосы, и его трудно смыть. Следующий совет – следите за вашей одеждой. Самое худшее, что можно делать, и многие из вас, ребята, так поступают, это застирывать свою одежду. Используют едкие порошки и большие обороты. Стирайте одежду только когда она грязная. Более дорогую одежду я рекомендую чистить именно точечно и как можно меньше стирать. А когда отправляете одежду в стирку, то старайтесь выбирать деликатный режим. Чем реже вы стираете одежду, тем дольше она сможет прослужить и будет лучше выглядеть. Хорошо, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Вы в курсе, что я знаю многих из вас, потому что вы первыми комментируете мои видео. Понравилось видео, тогда ставьте лайк. Если ты новенький у нас на канале, тогда подписывайся. Жмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И если не знаете, какое видео посмотреть следующим, тогда рекомендую вот это видео «7 ошибок стиля, которые делают стильные парни». Даже если вы стильный, я даю пари, что вы допускаете некоторые ошибки.